Игрушка мягкая, дельфиненок. Настолько она просто дарит ощущение счастья жизни. И смотришь в его глаза, и это просто, просто искорки такого вдохновения там живут. Только там такой любви бескорыстной. И, конечно, очень хочется, чтобы эта игрушка у меня тоже оказалась, приобрести ее, чтобы познакомиться с ним поближе, узнать, что это такое за герой, какой он. Может быть, вместе с ним попутешествовать по морской сказке. Это просто очень интересно познакомиться с героем поближе, потому что у него настолько много... Ну, у героя дельфиненка есть и песня «Счастье дельфиненка», и очень хочется вот именно познакомиться с тем героем, с тем образом, который живет в этих песнях, в этой сказке. Таким сердечным другом. Очень хочется, чтобы он стал сердечным другом в жизни. Посланник сказочного мира. Такой у него взор, конечно. Прям живой. Несет эту сказочную морскую весть. Ура!